Heroínio. Da, bo on wiarte, to tam... Типа 3 frame perfect input, не так плохо. Ты игру перезапускал? Нет. Ну, еще раз. 3, рано. 2, 1, пф. Я перезапускаю только если на втором стейдже умираем и дальше. Ну да, однокадровый дабл инверт был бы намного сложнее, конечно. Ну сейчас вообще без шансов будет. Так я не делал же скип. Чуть рановато, ладно. Я иногда меняю тайминг, чтобы быстрее самому проходить. На этот раз переборщил, значит. Неплохо. Неплохо. Что-то он говорит. Ничего не мега пост 1.63. Я не понял. Где? На ютубе он этот Рейни написал. Ну я не знаю, у меня нет. Я подпрыгиваю. Другое дело. Зачем я взял такси? What you mean, Rainy? Вау, плохо. Это не важно. Прощай, идеальный забег. Все равно я сейчас умру. Нет? Ладно. Зато умер я. Не важно. Ну, мы потеряли секунд 10-15. Нет. Главное, на боссах не умирать. Не обо что и затормозился, из-за этого я влетел в него. Пронесло. Рип без остановок. Зажми влево, получится. Это 100%, значит?
Давай, если я прохожу первым, мы делаем все. Не-не-не. Нет, ну ладно. Плюс 6. Ну... Привет, Арис. Привет, Арис. Что? Ну он типа... Это такой подвох, да. Когда он не двигается совсем, он быстрее стреляет. А в этот раз он был в нас и не двинулся. Это как солнышко на Shining Bright. Окей. Как-то я это странно прошел, ладно. Я тоже. Странно. А, точно, мы же вдвоем прошли, офигеть, мы отыграли время. Не вряд ли, мы умирали два раза вначале. Ну, не вряд ли, я тебе говорю, мы отыграли время. А. Где мы умирали на ПП нашем? Не знаю. Минус 20. Ладно. Я не жалуюсь. Я не дотащил немножко. Это было очень близко. Оу! Ну блин. Ты сказал, о, я отвлекся. Блин, а кстати, мы же хотели новую страту. Новую страту? Да. А, что я типа не беру сейвы? Половину там, да, или типа. Ну, он сейчас я бы убер, вы бы ресет. Да надо специально тренироваться, родные. Я скорее оцениваю эту страту как теоретическую возможность. Уж больно она суицидная. Отгадай, где? Здесь. Гейт, да. Да блин, бесит эта фигня. Это прыжок. Да-да-да. Не надо. Я ставлю первый, но неважно. А, не. Ну да, ты просто опоздал. Эрда все равно стоило тебе первым ставить.
контрацейвы. Ой, рано. Так высоко. Простите. Господи. Ой-ой-ой. А, кстати, у меня эффекты включены. Да, у меня тоже, с мастера. Ты поставил бомбу? Нет. Ну потому что у меня бомба была наверху. Зачем ты поставил наверху? Я тоже поставил. Чего? Зачем ты поставил наверху? Я же знаю. А, моя бомба взорвалась раньше. А, нет, все нормально. Я глюч. Оу, ну... Ладно. Странно. Но выглядит так, будто бы мы не опаздываем или особо не опаздываем. Хотя вроде... У нас был далеко не идеальный забег. Далеко. Окей. Я имел в виду, наш ПБ тоже был далеко не идеальный. А-а-а. Привет, Снап. Привет, Снап. Да, мы даже отыграли, лол. Что там, минус минута уже есть? Нет. Минус 30? Ладно. Минус 39. Сейчас, не волнуйся. Сейчас исправим. А мы на червяке сдыхали? Нет, я не помню. Кажется, один из нас умер. А, я... А, нет, кстати, это же, да, это же не тот нелепый забег. Это VR у нас с Марио. Тут у нас был какой-то вроде довольно равномерный забег. Не помню точно. Мне кажется, это был забег, когда мы скип делали. Первый раз. Ну, в смысле, второй раз. Какой скип? На третьей стадии. А, который вот новый для меня? Не-не-не-не-не-не. Который вот только с телепортом, который обнаружили. Нет, это же вот на прошлой неделе мы бегали, а когда... который пиби, но не пиби. Ну, так я спиты не отменил. А, ну против него, окей. Против него бегаем. Понял. Я почему-то думал, что мы против старого бегаем, потому что он VR. Но это же не ретайм. Понял. Да. О, тогда не помню. Ну, Дементио точно у нас не был с выжившими вдвоем. Это да, очень давно не было уже, очень. Это правда. Так что, в любом случае, на Дементио всегда можно отыграть.
оптимизм. Нет, я имею в виду, ну, почему оптимизм? Это не звучало как оптимизм. Я имею в виду, что просто есть возможность. Ну да, хорошо, есть возможность. Оптимистично. Но ладно, нет, не оптимизм. Есть возможность. Остынь. Что сейчас будет? А... Важно. Ну так, у Редайра наоборот, на стриме. Ну да. Ладно, даже сплит сделал, точно. Минус 54, и я тебя вижу. А, потому что ты умер, ну да. Интересно, можно успеть на хороший цикл? Собираешь себе все хорошие платформы. И что дальше делать-то? Нафиг сейвы, пошли. Ты знаешь, что делать? Ну да. Ой, я не взял сейв. Исправил. Сейвы нет. Брать. Нет, не важно. Разбит, ага. Ты где? Почему я здесь вообще? Задуматься. Невозможный гейм. О, я поторопился что-то. О-а-а! Я что-то фармлю смерти сегодня. Да. А, ну слава богу. Я просто вообще непонятно, что сделал. Я, по-моему, не попал в эти 32 пикселя вот здесь. А, я забыл, мы какую-то страту новую пытались использовать. А, я забил, ладно. По-моему, если я опаздываю, то она особо не применима. Я даже не помню, ты сверху стоишь, а на кнопку нажимаешь? Нет, окей. Ну ты... Ну короче, ладно, не важно. Там скорее страта для эстетики, а не для времени. Просто меня бесит, что когда сейф берешь, стенку врезаешься. Наш.
самый сложный сегмент для меня, потому что надо не заснуть и вспомнить, когда мне надо сменить кнопку. Меняй. Меняй. Успел. Супер быстрый экран. Быстрее уже не получится. Ну так. Я могу предсказывать лаг и менять супер быстро. Пока на этом уровне. Что-то высказал. Да. Пока на этом уровне вроде без серьезных фейлов, да? Но только скип не получился. Но смертей не было особо. Все еще впереди. Там вместо того, чтобы конфетки брать, лучше ресет нажимать сразу. Себе конфетки дадут. Опять ты... Что, не так, что ли? Довольно тут рискованно ты ставишь, конечно. Да, я, честно говоря, не заметил. Вроде как обычно. Так, ну, потому что тебе ставить легко, ты как бы, ну, куда бы залетел, туда поставил. А мне нужно повторить. Не забывай про это. Ну, я даже не знаю, надо будет тогда отдельно, собственно. Зайти на этот экран, посмотреть, как тебе удобно. Просто там, видишь, запас-то большой, как бы нет смысла прям настолько плотно делать. Ну да, конечно. Не-не, стоит того, я просто даже не знал, что это сложно тебе, то есть я не задумывался об этом. Ну я уже говорил про это. Ну да, ну я забыл. Голдсплит. Да. Но это вообще почти, ну вот если скип еще сделать, можно еще выиграть секунд 20. -1, -1.14. Соник, как обычно, ну как обычно, Соник. А, давай вот это вот победное. Договорились. Или тренировочное. Какая разница, одно и то же. Супер мега низкий урон, офигеть. Привет, Арчи, привет, Инсомния. Сейфовая идиотская страта, когда ты делаешь 4 первых атаки, чтобы не делать 2 вторых. В мире, где люди убивают его за 3 первых атаки. Опасненько. Привет, Раун. Спасибо за удачу. Сейчас будет весело. Кстати, все было идеально. Изи. Ну, мне повезло, что я уже. Я почти ловил лицом все камни, которые Мы в тот раз Соника с первой попытки убили, мы потеряли время сейчас.
Да, интересно. Чуть-чуть, секунд 7, может, но, 10. Ну, по-моему, да, наверное, если это новый вот забег, то да. На нашем настоящем ПБ там точно не первый 7. Что? Мы тренировали этот сегмент, почему? А я сделал. Ты подстрахуешь. Я даже не уверен на себя чувствую на этих прыжках. Ну, в смысле, тех, что... Вот эти, да. Минус 1.04 спирит там. А долго мучиться делать. Ну, хорошо, когда дропгейт делаешь в первой попытке, сразу настроение хорошее. Блин. Да, не важно. Но главное, две маны. Знаешь, что нехорошо, да? Да чё... О, чё-то у меня управление как-то лагнуло, и я не прыгнул. Это уже плохо. Пожаловать в пол. Так, я с первого экрана еще не ушел. Я на сейве. Ушел с первого экрана. Ах, я умер в конце сейва. Ну, собрал смысле, там обе? На хай надо собрать, а на хай не собрано, а на сейве все собрано. Я жду тебя здесь. Здесь это где? Возле стены? Да. Ну я на хай. А, ну последний момент. Ну там. Приготовься. Иди. Готовиться особо не надо, я стоял у стены и зажал вправо. Как бы готовься, не готовься. Нет, я просто не попал по платформе. Прям я на... просто собираю некоторые данные по поводу того, как я приземляюсь на кнопки и появляется она или нет. Надеюсь, когда-нибудь я выявлю закономерность. Конечно, чувствуется все равно лаги, но не сильно, чтобы критичные прямо. Эпс. Стреляют? Да блин, ну я немного растерялся. Я просто побоялся, что под тобой исчезнет, когда не надо, платформа. Я вспомнил об этом и начал волноваться, потому что что-то смотрю, иду впереди, и ты прям... Да, я немножко отстал. Еле успевал. А как бы мы уже все время ходим так, что ты скип делаешь, так что я не хотел именно, чтобы я выжил. Один. Я понимаю. Ну я вроде научился этот дурацкий прыжок делать, конечно. Так что лучше я буду делать, потому что это дурацкий прыжок. А, ладно.
Почему я все время умираю на этой толпе? Последний. Да что? Короче, ты проходишь это. С этого момента и навсегда. Так же, как Плейн. Привет, Джанис. Привет, Джанис. Ну что, бессмертно? Как обычно. То есть нет. Ой, блин, что ж так близко-то? Нет. Ой, не успею. Но это не смерть. Нет, просто рестарт. Ну что, вот это смерть. Ну блин. По-моему, довольно плотненько опять запустил. Так что вот сейчас будет потный прыжок. Ну, если это потный прыжок, то я не знаю. Ну ладно, что-то вроде не особо. На этот сейф, конечно, можно не тратить время, по идее. Вроде цветок-то стабильно проходит. О, вот, вот вагонетками рисковать, если кто-то цветок вовлек. Когда мы последний раз его забафлили? Ну, нет, этот сейф я не хочу тут. Ну что, если мы убираем, то мы ресетаем. Что? А, ты умер? Угу. О, то есть ты можешь ресетаться, когда умер. Интересно. Блин. Crime and Punishment надо запустить еще раз. Ну что? Причем оно сложное пускает, какого хрена? Ой, ну я же. Ой, я же. Бывает на. Бывает на сложное пускать. Что поделать? Все. Только не умри, да. Тебе надо было бы это яблочко так тебе. Не знаю, может у нас рандом был на экране. Разный. Да нет, скорее всего один и тот же. Пощади меня сюда. Я же смотрю за тобой, переживаю. Дурацкая. Да почему? Троллит меня. Ох, Хизис, хорошо, что ты меня там не запер. Когда-нибудь это произойдет. Понятно.
Ты уже даже с пульками проходишь. Не говори. Ну что-то они в последнее время не исчезают совсем. Это, кстати, реже стало происходить, не знаю почему. Пришлось наловчиться. Даже не посмотрел. Оу, фу. О, окей, теперь моя очередь, стен нет. О, ой, сейчас ты умрёшь. Блин. Старая мышечная память. Ну, если бы не этот фейл, то может быть даже что-то было похоже на VR-Pace. Но, скорее всего, нет уже. Ну, сейчас было, сейчас 36 там с чем-то. Понятно. В любом случае, ну ты понимаешь, минус 2, 22. Аж. Видишь, я слева. Не, VR бы точно не было бы, но... Короче, PB тащим, давай. Конечно. О, офигеть. Что за хрень? Не, на пиби-то, я думаю, все еще идем. Наверное, да. Мы потеряли минуту. Особенно, особенно если вдвоем убьем. Блин, почему все такие бредовые смерти? Зажал shift один раз и прыгнул два раза. Не какая. Как можно криво shift зажать? Может switch уже плохой. Сомневаюсь. У меня ж я такое просто... было. Не, я понимаю, что ты имеешь в виду, но я просто реально криво shift зажал. Типа. Не попал по шифту, на левую половину попал. Пока поправлял, он нажался еще раз. Кот это новое название Айвона Безрогу, который от Немеги. Айвона Безкэт. Окей, интересно что теперь. Офигеть, как интересно. Ааа, тупняк. Сейчас бумеранг будет, нет? Нет, VR в Unlock Mario пока не отбили. Они что-то не бегают. Только BBF запускал. Но он для ESA запускал, насколько я понял. Но для тренировки, да.
тебе... А, потом. Как-то ладно, неважно. Хорош, все. Что? Я ничего не сказал. Прыгай сама не опасненько сейчас. Да, но я решил рискнуть, я знал, что мало хп. Ну ладно. Фух, 41-56, ну нормально. А какой был? 43 ведь был, да? Да, было что-то... То есть где-то минуту скинули. Вообще-то почти 2 минуты, минус 1.55. Отлично, хорошо. Ну, в общем, да. Ну блин, ну почему, да куда, надо в титры зайти? Ну так, ну не знаю, для видео, это ж PB. Ну, в принципе, чё, уже не зря запустили. Не, ну нормально забег. В принципе, он такой, боссы плохо шли. Самый бест на 5 секунд улучшили, 39-10 теперь. Ну, голда одна была, как я понимаю. Вот, да, на третьем уровне. Вот это она. То есть, короче, в принципе, все стадии шли намного лучше, чем обычно, а все боссы шли хуже, чем обычно. Ну, у нас, в принципе, все зеленое, кроме первого мира. Ну, правда, там есть светло-зелёное, ну, типа, ухудшили. Но в плюс мы ушли только... Ну, боссы плохо шли, короче. Надо попрактиковать. Ну, это логично. Когда ты не практикуешь боссов, то хуже становится. Почему Нелло, а написано без S? Я не знаю, он, ну, вообще-то у него так и в Твиттере тоже.